том, что нет никаких претензий к самой шаурме. Эти точки работают, они работают как в стационарных предприятиях на первых этажах, так и в торговых комплексах. На улицах города это остались буквально единичные киоски с шаурмой, которые действительно закончат свою работу по договорам, которые сейчас есть в августе-декабре текущего года. А тотального сноса всех? Да нету никакого. Мы с вами говорили об этом примерно полтора года назад. Никакого тотального сноса нет и не будет. И объект с самой шаурмой, имеется в виду, да, вот мы сегодня здесь стоим с вами у «Известия». Здесь две точки, одна у нас за углом, они работают. Но эти объекты находятся на первых этажах, в стационарном помещении. Совершенно легально работают, и никакого сноса или закрытия таких объектов не планируется. Никто не против шаурмы, либо другого какого-то общепита. То, что истекают договора у ряда объектов, и журналист «Комсомольской правды» спрашивал про конкретный объект, на который жалуются жители, но действительно у него срок истекает в августе месяце, после этого он будет закончен. Так это все-таки попадут все киоски под запрет или каким образом? Какие-то градации, скажите. И киосков с шаурмой на сегодняшний день в городе уже практически не осталось, они все работают стационарно. Вопрос был про один киоск, про который спросил журналист «Комсомольской правды», который стоит недалеко от станции метро, там, где она проживает. Ее интересовал вопрос, потому что было жалобы жителей, когда он конкретно закроется. И был конкретный ответ, да, что у него истекает договор в августе месяце, после этого он будет закрыт. А вот если уличный киоск закроется, куда шаурма перейдет? Ну, пожалуйста, вот здесь, допустим, сразу есть две точки шаурмы, одна. Обе находятся в здании «Известия», и значит, есть другие стационарные предприятия, например, еще кто-то приехал там на новые центры или какие-то отдельно стоящие здания. Ну, разные места. Осталось 12 штук всего объектов, в которых товары истекают в августе-декабре месяце. Никто, опять же, не против шаурмы, да, то есть она работает, и вы хотите, сейчас зайдите, снимите репортаж, вот она здесь стоит, за углом никаких проблем нет, и будет, я надеюсь, работать. И на радость, на смущение.